Приветствую вас. Ну, для того, собственно, психологи и есть, чтобы помогать справляться с такого рода проблемами. Вот, расставание это всегда не очень приятная история, это всегда тяжелая история, поэтому ваше переживание нормально. Более того, я думаю, что вам необходимо плакать, вам необходимо страдать, вам необходимо переживать, что называется, за свое. И лучше это делать, конечно, вместе со специалистом, который вас направит в конструктивное русло, наиболее конструктивное русло для вас. Сейчас я думаю, что вам необходимо выделить ключевые негативные моменты расставания для вас, вот, и увидеть их влияние на вас. То есть негативные моменты расставания и то, как они на вас влияют. Это вот является, наверное, самым важным. Из того, что на данный момент вам нужно сделать. Ну, а дальше уже, я полагаю, можно будет продолжать работать с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится.